Добрый день. Сегодня 9 мая, с чем хочу поздравить наших ветеранов. Но несмотря на такую праздничную дату, мы занимаемся дальше прививочной кампанией. Вернее, прививка закончилась. И сегодня первый день сортировки. Вот наши прививки в ящике, который перевернутый на бок для удобства разборки этого ящика. Снимаем крышку, убираем боковой торф и вы, как и я, первые смотрим на качество прививок в этом году. Берем первый попавшийся черенок и смотрим. Можете видно, что каллус круговой. Почка вот-вот тронулась, что очень хорошо, не переросшие. Корневые бугорки присутствуют. Напоминаю, что это прививка произведена по двое Кобр 5ББ. Взяли больше 10 штук и можем посмотреть. Хороший каллус, круговое срастание, круговое. Здесь они срослись, но можно, они отделяются, тоже круговое. Подвойную парость убираем. Подвойную, ну, пожалуйста, стопроцентное каллусообразование. Такие прививки мы слаживаем в ящики, прикрываем торфом пятки, чтобы они не подсыхали, и после чего они будут запарафинированы. Вот наш ящик. В таком ящике около 4000 прививок вмещается. Ну что, с Богом!